Просто бомбический зеленый салат с гренками. Обязательно сохраните этот рецепт, вы не пожалеете. Возьмите свежий багет, отрежьте кусочек и произвольно нарвите руками. Раздавите чеснок, налейте оливкового масла и ароматизируйте его. Отключите плиту, убирайте чеснок, выкладывайте багет. Пропитайте багет маслом и в духовку на 10 минут, не больше. Теперь заправка. Нужна цедра с половинки апельсина. И, конечно, сок целого апельсина. Добавьте 1 ложку горчицы и 2 столовые ложки оливкового масла. Помешайте. Теперь морская соль, смесь из перцев и цедра апельсина. Помешайте, заправка готова. Возьмите любые листья салата, например, айсберг. И листья салата фриллис. Салат рвите руками. А еще микрозелень гороха. Это будет красиво. Хорошо подойдут перепелиные яйца. Нарежьте их на половинки и украсьте ими салат. Фишка этого салата – сыр сиртаки. Охладите его в морозилке минут 10 и покрошите руками. Салат заливаем вкуснейшей заправкой, а сверху посыпаем ароматизированными чесночными гренками. Зеленый салат с гренками готов. Не, ну а чё, вкусно же!